И всем привет, это Джей. И Понка. Здрасте. Да. У меня квест на Вара, поэтому я буду варить. Буду варить. Обычно этим я тут занимаюсь. Ну, ты варишь одно, а я буду варить горошин. Варить гороша. Стали. Горошек я еще не варила. Варить горошек? А, кстати, можно варить горошек? Конечно. Да. Суп гороховый. А, что да, кладут? Да, точно. Да. Кашу гороховую тоже делают. Парят горох. Не пробовал кашу гороховую. Я тоже не пробовала. Мама делала когда. Каша из гороша. Каша из топора есть, а есть каша из гороша. Фу, какая-то. Нет, это ты такой, только это пытаешься кашу попробовать оттуда. Лакарагар! И топором тебе в лицо. Победа или смерть? Ну, либо ты это такой отворачиваешься, поворачиваешься, вот у тебя тарелка такая уже бронированная вся. Ложка фиг пробьешь ее. Просто юмора от Бога. Все умрут. Все умрут. Все умрут. Да. Ага. У нас три топора и гнилая яблонь. Два топора и гнилая яблонь. Пора кого-то срубить, это намек. Пора заняться математикой, ты уже 2 и 3 путаешь, ну ё-моё. Мячу. Бывает. Бохун, против нас Бохун. Я мечтаю быть похожей на ты тебя. Спишь? Я чё? За шкафом, да? Секрет. Проверяем, не копирка ли? Не копирка. Тогда, возможно, антимагия, броня не уязвимость. Ну и еще там, секрет. Яблонька. Я прогнила изнутри. Так. Чем ответит это... нам команда Пепси? Эй, это моя фраза. Ага. Больше нет ничего твоего или моего. Теперь есть только нас. Ах, вот оно что. А ты думал, сказку попал? Получай! Ай! А, нет, все правильно, я ж яблоко. Не подходи! Огар, огар! Ага. Броня. Ну, со самой распространенной секрет. Блин, ты раззевалась, я тоже. Вообще, ты первый начал зевать. Я первый начал. Я пришла сюда, ты тут зеваешь. Я тоже начала зевать. Ну вот ты заразил меня, и я начал дальше. Да в смысле? Ты зевал и так. Я стал зевать более активнее. Более активнее. Я такой, о, меня поддерживают, надо. Я ЕГЭ сдавала. Нужно говорить либо более активно, либо активнее. А более. Копирка. Я счастлив. Я так счастлив. Я так рад. У меня есть ты. Мерси. Что-то там благодарю. Слякоть у меня есть. Да. Да. На, мы тебе. Мощный удар. Смотри. Это будет либо антимагия, либо этот чувак, который вылазит. Нет, отлично, мне уже не везет, тогда это не везет. Ну, да, не везет, потому что вроде все триггеры уже проверил. Пусто. Здесь тоже пусто.
Так, вот это уже интересно. Еще один секрет. Ну, давай проверим. Опаньки. Броня, естественно. Слушай, возможно, я сейчас сульфураз применю, наконец-то, когда он мне в руку придет. Потому что у меня вроде нормально все с броней. Я, правда, я вот это и сделаю, у меня не будет брони. Волна. Так. Наша служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. Сульфураз! И теперь есть. Дайте мне в морду что-то. Юля, сейчас как раз еще раз в лицо, да? Можно сульфу разбрать в руку. Потерялся. Ладно, хотя бы, в принципе, не так сильно на меня это. Ну да. В принципе. А? Умри, насекомое. Мне на самом деле обилка два раза в него просто попала. Теперь больше, потому что он скорее всего будет. Ну, конь. Наша служба никогда не закончится. А, вот и она. Наша служба никогда не закончится. Сейчас волна огня, и у меня не будет их. Это бурубащи. Топор на 7. Угу. Опять секретики. Ну да. На этот раз точно у меня там неуязвимый. Что за маг такой без неуязвимости? Блять! Я сказал нет. Без мэ. Нет, это производная. Но я все равно выиграл. Типа. Ага.
Отлично. Вот так должен работать апельсин. Один из трех, да. У меня другой квест. А какой? Я не помню. Что-то там вот две победы кем-то. И там паладин. Еще кто. Понятненько. А, по-моему, красный, да. Сейчас, если там будет дрыжик, а он там. Победа или смерть. Там... Я прям уверен, что... Так как вы играете в Hearthstone, так играть неинтересно. Как-то смотрите какие-то колонны, составляете их прям как надо. Я играю по-другому. Мне нравится карта, я беру карты. Вот поэтому ты проигрываешь. Ну и что? Между прочим, я за сегодня играла 5 раз и из них 4 выиграла, так что не надо. Зато у меня колонны, я все карты люблю. Мне приходят новые карты, я радуюсь. Да? А знаешь, как я радуюсь, когда кто-нибудь кидает этих... Это кто-нибудь кидает дренеев. И я такая, я тоже кидаю дренеев. И такая прям неплохо сыграна. Мне спасибо. Я прям сижу довольная. Все прекрасно, жизнь прекрасная. И так все здорово. Я играю, чтобы выиграть. Вот, ты играешь, чтобы выиграть, а я играю ради удовольствия. А когда ты играешь, чтобы выиграть, ты расстраиваешься. Я? Не всегда. Я расстраиваюсь, когда я проигрываю как по-другому, типа дрыжеглота. Вот согласись, та игра, когда ментальный крик был, я даже и проиграл, ну блин, это была супер игра. Можно одновременно. Зато в колодец дрожжевлот не обязательно был бы. Пока он их не сыграл, у меня есть шанс. Ему лицо, потому что вдруг будет дрыжеглот. Мне кажется, это не такая колода. Ну да. Ну, может, они ему еще просто не пришли? Нет, я имею в принципе без. Ну, хотел стать. Ну, направляется. Хотя фиг его знает. Я просто не знаю, как точно будет работать. Там рандомные цели. Вот. Давай, лягушка-квакушка. Гадкая карта. Не люблю такие гадкие карты. Никогда их не кладу в себе колоду. Потому что они неприятные. Ну и зря. Я с душой играю, понимаешь? А я что, нет? Не знаю. Что такое? Ой, он кинул это, мне аж заходно какой играть захотелось. Ну давай, давай, трать всех обоих и лену. Строить штуку, а тасовку? Давай.
Давай. Ladies and gentlemen, делайте ваши ставки. Ну, ну. Я думаю, выиграет тотем. А я думаю... Вот этот. Не надо. Если этот слизняк выиграет, то он наплодит еще слизняков. Оу, ей! Ну да, почти. Я была ближе к празднику. Да, я согласен. Выиграл слизняк, но не тот. Ну, это тот же самый тотем, только пострашнее. Мои зато вот теперь с дрожжеблотом дрянее стали популярны. Теперь все шаманы в колоду кидают. Конечно. Он был, да, мальчик не был. Так, мне нужно это. Жахнуть по всем. Даже за счет брони. Блин, это плохо. Очень много хп. Так. Ну а есть тут в этой колоде дрожжеглот, все пошло поехало. Вот этот боевой клич на хилку. Хорошо, что он слизняка выкинул, а то у меня какое-то оружие. Ну, я возьму вот этого побольше парня. Ответит нам команда Пепси. Все равно дрожжеглота ему рано. Удар щитом, ну такая говно слить. Я знал, что запускаю ошибку. Только хотел сказать, сейчас по-любому. Получай! В лицо, в лицо, все в лицо. А потом ой, ой. Надо принести сюда одеялко и подушку. Победа за тобой! Не дождался, друзья. Не зашло. Не зашло ему. Понятно, я сколько раз делаю. Беру сумку раз в руку, это уже 12. Еще одна игра, и у нас будет пап. И у нас будет бустер. Оу, oh, е. Yeah. Слава богу, вы не видели его. Почему? Не знаю. Я просто делаю все, чтобы те, кто смотрит эти видео, мне сочувствовали, понимали, какая я бедная. Хорош! Я бедный несчастный ребенок в заложниках у... Не буду я говорить. Должен защитить природу. Ну-ка, мне интересно стало. Нет. Да здрасте, ты меня в ванной запрешь на ночь. Она скрипит, между прочим. Запру ванну, открою кран, и чтобы он на тебя капал. Я его выключу. А я тебя свяжу. Свяжешь? Ну, смысл тебя... Как мне это поможет? А? Как тебе это поможет? Чего? Ну, я буду знать, что ты там еще больше страдаешь. Я кран даже носом смогу. Только я так, чтобы ты не двигалась. Все умрут. Эпоксидки залью, только у меня ее нет. Ладно, я... Чё ты из меня злодея какого-то делаешь? Ну, потому что если это так... Это не так. Злодей не играет апельсином. Ау. Она меня вот, между прочим, сейчас укусить пыталась. Я вообще-то приблизилась к микрофону, чтобы все слышали, а ты не слышал. Только я-то услышал. Я надеялась, что со старостью у тебя какая-то глухота. Нет. Ты че?
печаль. Глухота ко мне придет чайку. Чё-то я вообще зазевал. Да я смотрю, ты тоже. Вот, зевнула. После того, как зевнул, я говорю, что не заразит. Ну, правда. Да, правда. Ты все врешь. Гадкий вру. Как тебе не стыдно? О, у нас еще арбузный спрайт остался. Да. Еще остались чипсы. Еще там есть кола, еще у тебя есть бутылка сидра, еще у нас есть виноград, а еще у нас есть тортик и вообще паста томатная. Не захлебнитесь слюной. Вот. Это что, победа в руке? Сейчас он 8-8 жахнет. Вот неинтересно такими колодами играть, неинтересно. Ты играешь против чувака и уже знаешь приблизительно, что от него можно ждать. Блин, сейчас это мало карт. Неинтересно. Вот со мной всегда играть интересно. Стандартно. Никогда, вот я говорю, вот со мной всегда играть интересно, никогда не знаешь, что за хрень я на стол. Ну, конечно, какой-нибудь магма, он ярости, не? Вот захочу и кину магму в кого-то там, если он мне понравится. Мне уже страшно. Чё творишь, друид? Я не буду париться. Он кинет свою там легенду. 8-8, по-моему, или еще больше, который говорит, ладно, ну верни себе 10 кристаллов маны. Копию этого существа. Отлично, то есть по картам его прожечь нереально. Ага. Наша служба никогда не закончится. Ты как ты вчера мне сказал, что... Да-да, вместо эхо. Нормально. Ну, действительно, это я что-то так тупанул. Бывает у тебя такое. Ну, бывает. Всякое бывает. У всех бывает. Кроме меня. А, видишь, я как грибца. Я безупречна. Ты безупречна? Описала. Где-то много консоляций. Я их отсюда все убрал. Кто в квартире порядок наводит? Ты или я? Кто знает, где лежит чёрт в квартире? Чёрт, вот про этот ножик я забыл. Тот, кто в квартире убирается, тот всегда... Да твою ж налево. Хотел этих поубивать. Ну давай смотри, чем ответит нам команда Пепси. Где моя ударить по всем? За счет брони? Да. В колоде где-то. Понятное дело, что в колоде. Какая увлекательная игра. Стикать пока не на столе. Ах ты ж. Руин. Все хочется тебя отправить на ялку. Чуть попозже. Ты просто видишь, что он творит? Я вижу, беспредельничает. Красавчик. Не пуни. Ну до себя видишь? Я шучу. Вы не думайте, все будут думать, что я плохая. Нет, я хорошая. А ну, что ты вечно за моих врагов болеешь? Ну я не знаю. Тебе нравится какой-то рогатый, усатый, бородатый. А вот ты не рогатый, радуйся. Да, я не рогатый, ну да, я бородатый, усатый. Но у меня аж не зеленая борода, уса. Шква. Своего тоже убью, ну ладно.
Не, я подожду еще. Я тогда баку вот. Страдайте! Станите! Что мне там пишут? Стены не преграда! Так, у меня скоро будет сульфураз. Ну что ты будешь делать-то, друг? Пока залапим. Не страшно. Пока не испугал. А я буду копаться в твоем боку. Ну разве что только чат с Артёмом. Понятно, читаю чат с Артёмом. Вот он угарный. Ах ты ж. Ладно. Фурасом, короче, побью. Хотя нет, пока надо подождать. Возможно, мне сейчас придется всю броню расфигаривать. Ну, будут у нее эти 3-5 пантеры туда-сюда ходить. Ну и чё? А я его сульфурасом. На, на. Интересно. Интересно. ДКшкой. Ну вообще пипец. Зато глаза голубые. У всех ДК светящиеся голубые глаза. Так я про Артёма. А, ты про Артёма. Я думал, ты про Малфурия. Ну да, он такой. Блин, брони больше, чем у этого ХП. Что это за стикеры такие ты ему отправляешь? А, это я случайно. Он девушку послал, а ты такой, круто, шаришь. Ну, во-первых, мне надо было от него отвязаться. Что же теперь? Ну, друидох. Надо дождаться, когда у него останутся одни эти пантеры в колоде, и уже сульфурасить. Ну, конечно же, я в первую очередь с девушками переписки смотрю, чё ты. Ты смотри. Мне это интересно. Дерев им сделает. Ну ничего, ничего, скоро у тебя карта закончится. Ваня едет, жена нет. Ваня залетел. Стена Алдуина там в 10 метров хотела. Фига, блин, надо было сказать, фига. Он из моих друзей! Еще одного, конечно, чего. Он из моих друзей! Яблонко. Яблонко.
Хиликс или Погать? Яблонька. Да мне Хиликс-то не надо. А Погань еще жахнет по всем. По всем. Да. По всем. Он некрасивый, мне он не нравится. Ну и что? Я смотрю по этому. Ну ладно, у яблоньки хики это такое. Надо всегда иметь тут кубик под рукой. Чтоб кидать кубик? Да. Чего не понятно, что. Хорошо. Друид, сдайся просто. Просто сдайся. Сколько сам? Ну и о чем еще? Ну целая колода покрывала. Ну будет он сейчас двух этих мутантов органить туда-сюда. А смысл? Потому что во всем виноват Малфой. Тоже вариант. У меня скоро кончатся карты. Да, у тебя скоро кончатся карты. А я еще не буду этих пантер тебе убивать, чтобы тебе усталости. Хотя бы разочек. Красная на вкус, как вишня. Ужас. У меня сок остался со вчерашнего дня. Да? Я его не пила. То есть свой выпила, я просто его пила. Я прогнила изнутри. Ну да. Оставь меня! А меня больше не будет. Мить, а так оттуда периодически слышно. Ну это если я стараюсь. В колоде мне остались только эти пантеры. Так, первый усталость. Ну чё ты мне сделаешь четырьмя картами? Ну будешь ты их туда-сюда гонять, этих пантер. И... А-а-а. Их больше сделают. Через куб. У меня кончились карты. Пантеры. Ну будет у тебя их больше, но ты все равно две входа сможешь. Оставь меня! Ну осталось, конечно, по нему перестанет тикать. Так. У меня кончились карты. Ага. Будет пытаться меня зафейлить. Посмотрим, что из этого выйдет. А, сейчас мне придет это. Пока не добрый.
сульфуры пока опасно. Мне просто придет и затратит всю броню. Всех вот. Оу. А мне не хватает брони, чтобы их убить. Да. Я вот только что до этого. Блин, а у меня есть-то еще с такой броней? Я не помню. Ладно, ждем. Блин, да ладно, он что, выиграл, что ли? Ну как так? Мне надо просто что-нибудь, что мне стакнет броню сейчас, хотя бы на один. Ладно, у меня только потасовка. Вот сейчас он будет мне кидать по одной панели. Вот. Ну блин, у меня уже нет столько брони, чтобы сульфурасить. Так, мне нужен еще один харючий провокатор. Что-то у меня 3 хп осталось. Это не есть. Так, отлично, есть провокатор. Чем ответит нам команда Пепси? Я должен это все выдержать и отконтролить. Ага, будешь лицом жертвовать. Нет, не будет. А я буду тебе бить. Сейчас брони отожру на тридцаточку. Буду сульфурасить. Плохо. Эхо провокация. Служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. Ну да, тебе не поубивают их, но тебе ж надо будет пробиваться через них. Поночка спит. Победа за тобой. Вот как это делается. Вот как это делается. Ей. Будешь бустер открывать? Сама. Нет? Ну ладно, лежи там. Так. Магазином. Оу, е. Берем мы бустер. Современный. И идем его открывать. Уи! Сейчас я, может быть, даже что-нибудь расскажу про какие-нибудь консоли. Хотя, блин, 3 игры. У нас тут и так никто смотреть это так долго не будет. Или помрет от старости, пока будет смотреть. Итак, у нас черная кошка. Урон от заклинания 1, боевой клич в колоде. Если в колоде нет карт с четной стоимостью, вы берете карту. 3-3 за 3, плюс урон, плюс возможный боевой ключ, хорошая карта. Замечательная карта для нечетных колод мага на боку. О, какой-то эпик. Потом посмотрим. Эхо, натиск,
Понятно. 2-1. Когда вы берете карту, получает 1-1. Собиратель ликой. Да это еще есть это. Есть какая-то уже такая карта, которая 1-1 получает. А, нет, там когда противник берет карту. Ну, нормально. Еще одна редкая карта. Посылает ваше. О, вот это мне в друиде, по-моему, не хватало для чего-то. Но я уже не помню. И теперь эпик. Эпическая карта! Соборная горгулья. Было клич. Если у вас в руке есть дракон, получает провокацию божественный щит. 2-2 за 2. Да неплохой эпик, в принципе. Паладин. Опал на драках сейчас рулит. Надо будет посмотреть, попробовать. Хотя оно мне одно. Итак. Всем спасибо за просмотр. Никому не болеть. Никому не кашлять. Пока-пока.